Как стать водителем, если нет времени теперь получить права, стало проще. Автошкола «Автокурс Плюс» набирает группы вечернего и выходного дня. Практические занятия проводятся в любое удобное для вас время без переплаты, а за автодром вообще не надо платить. Позвоните прямо сейчас, получите в подарок учебную литературу и 6 часов занятий на автотренажере. Доброго времени суток, уважаемые телезрители. Лето продолжается, и жара словно выгнала всех в пригороды, в загородные дома и на дачи. Ну, у кого, конечно, есть возможность. Город как будто немного опустел, и затишье даже по мероприятиям. Трудно выбрать какое-то главное событие недели. Однако новости все-таки есть, и сейчас вы о них узнаете. Итак, в эфире Пушкинского телевидения программа «Конец недели» с главным редактором в студии Светлана Софинская. Смотрите сегодня. Здесь будет город-сад, Лесной разрастается новыми проектами. Берегись, автомобили, в Пушкино участились случаи поджогов машин. Жизнь как иллюзия, история одного пушкинского фокусника. И теперь поговорим обо всем подробнее. Городское поселение Лесной развивается сегодня хорошими темпами. Глава поселения Александр Тропин постоянно находится в поиске новых современных проектов. Конечно, Лесной еще не стал городом в полном смысле этого слова, но и поселком его назвать тоже уже язык, честно говоря, не поворачивается. В четверг, 11 июля, в поселение выехала Маргарита Смайловская, чтобы осмотреть, как идет строительство новых объектов. Наша съемочная группа сопровождала ее в этом визите и поддерживает мнение руководителя администрации. В Лесном становится все интереснее. Я хотел бы немножко остановиться, то, что вот рассказывал вам про зону отдыха. Вот вся зона отдыха будет начинаться с этого места, озеро. Там вон, видны столбы, это футбольное поле. И вот там вот все это лес, так называемый лес, в котором уже все высох, его надо убирать. Но вместо этого леса будет такая благоустроенная зеленая зона. Хотелось бы видеть перспективу. Идут фасадные работы, значит, также коммуникации все в здании заведены, выполняется благоустройство, планируем детский садик в сентябре месяце ввести в эксплуатацию. После этого через месяц получить лицензию и ориентировочно в октябре, раньше срока, чтобы детишки пошли в данный детский сад. Детский сад на 160 мест. Называется она многофункциональная спортивная площадка под 7 видов спорта. Волейбол, футбол, теннис, все вот такое. Цена вопроса, чтобы сделать покрытие и сделать борта, ориентировочно 3,5 миллиона рублей. Ну вот Князев нам пообещал 1,5 миллиона денег из бюджета Московской области от себя, от депутата, подарить. Вот территория, которая сегодня есть, ее можно показать. Это уже теперь, наверное, история. И я думаю, через год мы увидим здесь уже городок. Ну, это начало истории. Это начало истории, да. Вот такая она вот сегодня. Футбольное поле, озеро, где мы проезжали. Очень хорошие сегодня увидели объекты, реальные сдвиги. Ну, возьмем самое первое, губернаторская программа, детский сад. Ну, насколько красив, да? Хорош детский сад, такой большой. Параллельно сейчас уже наш глава решил вопрос, что надо асфальтировать, что надо получше сделать благоустройство. То есть вопрос этот решаем. Малоэтажный вот этот проект, который будет строить Рыжкин Виктор Иванович, он очень интересен. Я по профессиональным причинам о нем знаю. Тоже будет чем гордиться, открывать, и жителям очень понравится. Потому что не все правильно понимают, хоккейная перед нами впереди. Значит, это хоккейная площадка, оформлена в собственности. Ну, там тоже проект большой, амбиции. И еще о детских садах.
По инициативе исполняющего обязанности губернатора Андрея Воробьева с 1 июля по всей территории Московской области начинает работать единая информационная система под названием «Зачисление в дошкольные образовательные учреждения». Другими словами, это областная электронная очередь всех желающих попасть в детский сад. Пояснение по этому поводу смотрите в нашем следующем ролике. Вы можете подать заявление о зачислении ребенка в детский сад в электронном виде через портал правительства Московской области mosrec.ru и портал государственных и муниципальных услуг Московской области pgu.mosrec.ru. Способ первый. Зарегистрируйтесь на портале «Наше Подмосковье». Это не займет у вас много времени. Ознакомьтесь с правилами подачи электронного заявления на постановку на учет в детский сад и нажмите «Продолжить». Выберите ваш район и изучите подсказки, которые отобразятся во всплывающих окнах. Выберите «Подать заявление в детский сад». Согласитесь на обработку ваших персональных данных. Заполните информацию о ребенке. Укажите фамилию, имя, отчество, дату рождения и другие необходимые данные. А также введите запрашиваемые сведения о вас – телефон, адрес, паспортные данные. Обязательно укажите адрес электронной почты. Туда вам будут приходить уведомления. Далее уточните индивидуальную информацию о ребенке. Укажите, есть ли льготы, сведения о здоровье. Выберите желаемую дату зачисления ребенка в детский сад. Выберите детский сад и ознакомьтесь с информацией о нем. Проверьте введенные данные и отправьте заявление. Вашей заявке присвоят уникальный номер, по которому вы сможете отслеживать ее статус. Теперь в течение 30 дней вам будет нужно принести оригиналы всех документов в Управление образования. Подождите, пока статус вашего заявления изменится на «Направлен в дошкольное образовательное учреждение». Способ второй. Вы также можете подать заявление через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Для этого нужно быть зарегистрированным на едином портале госуслуг госуслуги.ру. Авторизировавшись с помощью данных единого портала на сайте pgu.mosrec.ru, вы можете подать заявление о зачислении вашего ребенка в детский сад. По всем вопросам, связанным с оказанием услуг в электронном виде, вы можете обратиться по телефону контакт-центра губернатора 8 800 550 50 30. Уточню, что дети, поставленные на очередь в детские сады Пушкинского района до 28 июня, уже будут занесены в эту областную единую информационную систему. А вот дальше родителям придется делать это самим. Чтобы получить все рекомендации по использованию этого сервиса, вы можете обратиться в отдел общего дошкольного и специального образования администрации Пушкинского района по адресу город Пушкино, улица Тургенева, 16. Приемный день именно по этому вопросу для родителей только один – понедельник с 10 до 18 часов, обед с 13 до 13.45. А теперь новости с городской планерки. Начальник территории центр Серебрянка Арман доложил о ситуации возле дома номер 1 по улице Крылова. Уже давно здесь идет борьба за освобождение территории. Дело в том, что у жителей абсолютно нет двора, только проезжая часть. А вся придомовая часть, где должны были бы гулять дети, заставлена старыми гаражами и заброшенными ракушками. Действуя в рамках закона, избавиться от них не так-то просто, даже если ими давно никто не пользуется. Еле-еле администрации удалось в прошлом году поставить в самый угол детскую площадку, но и это не вариант. И вот какие на сегодняшний день результаты. Мы все методы несудебные испробовали, объявления мы там вывешивали очень много раз. Последний раз, когда мы устанавливали там детскую площадку, которую мы установили, просто сунули между гаражей. Потому что я лично ходил с участковым, упрашивал одного жителя, ну, как нам удалось только упросить его перестать с одного места на другую свою ракушку, чтобы поставить хотя бы детскую площадку, чтобы найти место. Все люди, хотя вот они говорят, что все готовы снести, все пользуются. Также на планерке был поднят вопрос о воровстве номеров с машин. Это явление приобрело прямо-таки массовый характер. За ночь буквально оставляют без номеров целые парковочные карманы. На лобовом стекле оставляют номер мобильного, по которому владелец машины может позвонить, чтобы вернуть себе снятые номера. Прокомментировал на совещании эту ситуацию сотрудник полиции. По всей Московской области, значит, работает группа лиц, различных национальностей, начиная с Кавказа, Молдавии, Украины.
есть это по всей России, значит, которые занимаются, снимают номера и предлагают потом якобы за вознаграждение. Телефоны, которые они оставляют, проходят по базе в правительственных учреждениях Ростовской области, во всей России. То есть снимают люди по заказу, им на телефон смс-ки придут такие номера, где сняты. Кто звонит из потерпевших, попадает в Ростов-на-Дону. Кто заплатил, вернули сразу, а тем в ночь расставили обратно. Так, из слов сотрудника полиции следует, что не стоит поддаваться на провокации, связываться с мошенниками по телефону, тем более платить им деньги. Лучше уж зарегистрировать машину еще раз в РЭО, правда, это тоже будет платно и стоит около 2000 рублей. А лучший вариант – набраться терпения. Воры прекрасно знают, что номера машин – это собственность государства, и их по-любому надо будет вернуть. Еще одна новость от полиции, которая прозвучала на городском совещании. Задержан убийца собак. Он стреляет отравленными дротиками. Последняя его жертва – пес, охранявший территорию автостоянки на западной стороне города Пушкина. Собака была с ошейником, однако живодеры это не остановило. По мнению полиции, которые уже общались с этим человеком, он явно нездоров, а может и опасен для общества. Но пока идет речь только о возбуждении дела о жестоком обращении с животными. Санитаром, да, считается, городом, и как бы ради этого рекламирует себя, то есть в сайте, что вот он убивает собак, вот видите, сколько собак мало стало на городу, в городе, это все мои заслуги. То есть он убивает собак всех, в ошейнике, не на ошейнике, кому заходил. По общению с ним он, можно сказать, неадекватный. Получается, что популярность экстремистов, которые пиарят себя в интернете с помощью жестокого видео, не дает покоя и некоторым жителям Пушкина. Будьте осторожны, как вы слышали, человек не совсем здоров и может напасть на домашних собак. И еще о криминальных новостях. За последний месяц в Пушкино и Ивантеевке сгорело порядка 10 частных автомобилей. Причем стояли они не на газонах, а на парковках рядом с домом. Марки сгоревших машин совершенно разные, финансовое положение и статус владельцев тоже, но похоже, поджигателей это вообще не волнует, а в результате приводит к настоящей трагедии. Вот как в случае с юношей-инвалидом, для которого машина была чуть ли не единственной радостью в жизни, а главное – возможностью передвигаться. Теперь машину сожгли. Алена Якубовская занялась этим вопросом, пообщалась как с пострадавшими, так и с теми, кто должен нас от таких ситуаций защищать. Я сначала не поверил, я услышал то, что взрывают какие-то взрывы, чувствую запах гари дома, окно было открыто. Вот. Я сначала даже не думал, что моя может гореть. Я дал брату ключи, говорю, иди отгоняй ее сразу. Сейчас приедет пожарная машина, чтобы не мешаться, ничего. Мама выглянула в окно, говорит, вроде твоя горит. От багажника до капота все выгорело. Салон полностью выгорел, багажник. То есть сама крышка багажника даже сгорела, расплавилась. Резина, все выплавилось. Машина много значила, это свобода моя была. Ездил на тренировки, день начинался с тренировок. Каждый день просыпался в 5:30 утра, в 6 выезжал в Москву. Это тоже стоило денег, 57 тысяч рублей. Вот. То есть помимо автомобиля еще переоборудовали тоже на свой счет. Все это как бы сгорело. Ничего от этого не осталось, в принципе. 3 апреля этого года у нас во дворе произошел поджог 3 автомобилей. Это был первый случай. С нас взяли показания в органах полиции. После этого ни одного обращения из полиции к нам, ни одного вызова, какого-то дополнительного опроса, также ни посещения участковым наших неблагополучных жителей, подъезда и вообще дома, мы не видели и не созерцали. В настоящий момент возбуждено 6 уголовных дел по факту преднамеренного поджога автотранспорта. В основном поджигаются машины импортного производства. Серийность в этих преступлениях не усматривается. Основной целью, я так думаю, явились какие-то неприязненные отношения к владельцам автотранспорта.
Поэтому как бы в настоящий момент проводится работа. Будем прилагать все меры для раскрытия данных преступлений. Когда произошел второй случай, когда мы стояли, все это обсуждали, да, был некий мужчина, к сожалению, я своих жильцов досконально всех не знаю, который так и сказал, что цель человека, который все это делает, очистить наш двор от автомобилей. И была кинута фраза, что будут еще случаи. И в заключение выпуска немного позитивной информации. С наступлением жарких дней горожан на улицах города развлекают еще и юные фокусники. Причем к своему увлечению они относятся со всей серьезностью. Опыт обмана зрителей у них пока небольшой, а вот амбиции уже довольно высокие. С будущими Копперфильдами поближе познакомилась Анастасия Спирина. Я возьму, да, и распилю его на два шарика. С ними мне будет удобнее показать. Одинок, хочешь один? Смотри. Эти шарики я беру в правую руку. А этот шарик давай берем в свою руку. Дай руку. Держи крепко, сжимай. Крепко держи и переворачивай. Смотри. Раз, два, три. У меня шарик исчез. Переворачиваю руку и открываю ее. У тебя уже два шарика. А у тебя два шарика, да? Здесь. Давай, кольки карты. Я развернул колоду где-то секунд на 30 назад. На карты еще лежали. Так, смотри, а с карты перемешались все на черные и красные, да? Идею мне дала программа «Шоу великих магов. Разоблачение». Как-то днем я сидел, смотрел с друзьями эту программу, и как только увидел, когда там показывали фокус, такой легкий, простой очень, мне до боли жути захотелось научиться ему. И я тут же побежал искать в интернете разные обучения. Отпускаем указательным пальцем, двигаем. Теперь мы немного пальцем вот эти отклоняем туда, чтобы эта кучка упала. Начал я в основном где-то с теории, то есть пару лет я изучал теорию, хваты, все остальное. А уж потом началась практика, то есть я начал выходить на улицу и показывать прохожим фокусы. Сейчас я это исправляю. Чтобы ты выбрал любую карту. У нас были соревнования, в интернете проходили, то есть онлайн-соревнования, там мы снимали всякие видео, выкладывали и, ну, собственно, жюри оценивали. И в списке участников дело в том, что Ваня заметил, что я из города Пушкин. Ну, он решил мне написать. Разумеется, я сразу откликнулся, мы встретились. Так, в общем-то, пошел процесс. Написал ему, мы с ним познакомились, встретились. И вот с этих пор ходим вдвоем, удивляем народ. Мы огромной толпой ездим либо в Москву, либо в другие у нас города в Подмосковье, и там же показываем всем прохожим, желающим любые фокусы. Смотрите, один шарик я кладу в правую руку, а этот шарик давайте в другую. Мы откроем. Держите крепко и на счет три отпускайте. Раз, два, три. И не возвращайтесь на место. Но вспомните наше начальное положение, когда у нас было три веревки, но они были разных размеров. Смотрите, возьмите вот этот конец, давайте вы возьмете вот этот конец, а я возьму вот этот конец. И на счет три сильно тяните на себя. Раз, два, три. Смотрите, у меня есть короткая, у вас длинная, а у вас средняя. На фокусы люди, как правило, реагируют хорошо, потому что это не обман, это удивление, это в первую очередь. То есть они приносят радость, восторг и прочее. Хватит, и она будет превращаться уже. Секрет карточных фокусов прост. Ловкость рук и никакого мошенничества. Им может обучиться каждый. Для начала необходимо хорошенько размять кисти и привыкнуть к картам. Остальное – дело упорных тренировок. Смотри еще раз. Этот уберу. Один шарик, да? Я возьму и распилю его на два шарика. Еще раз, давайте только с нейворпой. Этот шарик убираю в правую руку, а этот в левую руку. Сколько здесь?
Был один. Был один. Вообще, больше мне нравятся не карты, а такие простые предметы, с которыми можно показывать фокусы в любом месте. Например, монета. Мне хотелось бы, чтобы я в дальнейшем был фокусником, развивался и прочее. Но в наше время, если честно, фокусником стать тоже очень довольно-таки сложно, потому что сама по себе вера в волшебство, она порой умирает. И вот именно чтобы вернуть людям это чувство волшебства, чувство магии, и существуют фокусники. Я хочу стать больше фокусником, потому что это мне уже нравится. Я получаю от этого удовольствие. Вот когда ты смотришь, как только происходит то, чего, по идее, невозможно, чтобы оно произошло. И вот именно из-за этого чувства, которое ты чувствуешь, именно и хочется заниматься дальше фокусом, показывать их все больше и больше, все новое и новое. Теперь несколько объявлений. Подходит к своему концу строительство аллеи памяти бойцов Софринской бригады. Открытие состоится 28 июля, а пока идет благоустройство прилегающей к аллее территории. Отец Феофан, который окормляет Софринскую бригаду, просит у всех жителей района помощи, в частности, принять участие в субботнике. Субботник состоится 14 июля, воскресенье, начало с 9 утра на станции Ашукинская. Все, кто может, примите участие в этом богоугодном деле. И еще одна важная информация от налоговой инспекции. С 17 по 22 июля будет проводиться акция «Бесплатно сдайте налоговую отчетность через интернет». В связи с этим в здании налоговой инспекции запланирован прием налогоплательщиков по вопросу представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Акция будет проходить в помещении операционного зала по адресу Московский проспект, дом 42. Все, кто захочет принять участие в этой акции, должны будут принести налоговую отчетность на электронном носителе. Напомню режим работы налоговой инспекции. С понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 16:45. Справки по телефону код 495-525-70-49. Ну и на этом у меня все. Остается только добавить, что, к сожалению, не все жители города и района могут видеть по телевидению выпуски наших новостей, только те, кого обслуживает кабельный оператор «Радиотелестрой». Но зато все наши сюжеты и свежие выпуски новостей всегда можно увидеть на нашем сайте www.pushkinadefistv.ru. Уважаемые телезрители, передайте это своим друзьям и знакомым. Пусть они заходят на наш сайт, смотрят выпуски новостей, оставляют свои комментарии. Мы всегда этому рады. На этом я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных и до встречи на Пушкинском телевидении. Как стать водителем, если нет времени? Теперь получить права стало проще. Автошкола «Автокурс Плюс» набирает группы вечернего и выходного дня. Практические занятия проводятся в любое удобное для вас время без переплаты, а за автодром вообще не надо платить. Позвоните прямо сейчас, получите в подарок учебную литературу и 6 часов занятий на автотренажере.
Как стать водителем, если нет времени? Теперь получить права стало проще. Автошкола «Автокурс Плюс» набирает группы вечернего и выходного дня. Практические занятия проводятся в любое удобное для вас время без переплаты, а за автодром вообще не надо платить. Позвоните прямо сейчас, получите в подарок учебную литературу и 6 часов занятий на автотренажере.